Всем привет! Вы на канале ДНК. И сейчас мы будем играть в игру, которой у меня не было. Вот, она уже загружается, как вы видите. Вот со мной мой любименький, хорошенький номерной. Тут моя игрушечка моя, моя любимая моя. Сейчас у нас уже все загрузилось, да? Почти. У меня планшета зарядки. Ну, конечно, глючить мы будет, но ничего страшного. Смотрите, у меня подарок. Офигеть, это. Громко. Вот, ребятки, прикиньте, 1100 и 100 рублей. Вообще, я такой богатый. Смотрите, у меня автобус такой. Ставьте лайк, кому нравится черный цвет. Мне он не нравится, но мне нравится зеленый или красненький. Так, давайте выберем маршрут. Маршрут давайте мы сделаем. Смотрите, у нас 3 точки. Кто любит читать по-английски? Сейчас я приближу. Оп-оп. Что не раз. Все. Смотри. Сейчас мы поедем из Телевыблепа в Телекапучу. А ты потом билетик мы сделаем. Привет. Потом время. Девочки, напишите в комментариях, какое у нас будет время в следующий раз. Я сделала час ночи. Принять. Да, у нас обязательно вода, чаек. Вот это и вот это, например. Готово. И поехали. Сейчас мы минутку подождем. Я пока что на паузу поставлю. Мы все долго ждать. Ребяточки, смотрите, у нас 22 билета. И уже 484 рубля. Мы богаты с вами. Пишите в комментариях, какой вам цвет. И вопросик я. Что вам больше нравится, троллики или автобусики? Мне лично троллики. Так, запуск. И поехали. Ура. Мы с вами сделали первую миссию. Вторая миссия доехать. Да. До Ульяновска. Да. Подождите, чуть у нас тут. О, появился. Заводим. Едем. Ты черный цвет, ты противный, шутка, красивенький. У меня компания называется Мэк. Если вы не заметили, вот тут внизу написано. Ай-яй-яй-яй. Скажу вам по секрету, я просто худший водитель. Но почему-то я в прошлый раз получил 5 мест. Перим. Выходит какой-то чувак. Да, выходит какой-то чувачела. Не шатается, ждет пока. Что-то. Давайте пропустим, а то долго ждать. Готово. Все зашли. Все зашли. Принять. Let's get started. Drive safe. Все закрываем и отправляемся. Бери. Не врежься. Не врезался. Вот я вам и врезался. Я же говорю, я самый худший водитель в мире. Но хоть автобусик у меня красивенький. Не влезайте ни на что. Так, поворачиваем. Берем. Питание надо. Так. Идем дальше. Ай. Давайте вот так сделаем, чтобы комфортно было. Ура, клиенты довольны. Наконец. У нас тут заправка, но у нас клиенты недовольны. Жаль, что я не учусь записать. Блин, очень дорогие. Да блин, что ж это вы. Кстати, ребятушки, я обещаю, что скоро куплю интернет в этот автобус, а пока что у меня мультимедиа. Вот. Даже пока что я не знаю, как подключаться к этому интернету. Не знаю. Здесь пока что
полностью уберем, мне это мешает. Я же говорю, я просто вылетаю. Я просто вылетаю из-за этих, как его, дорог. Мы заметили, да, не так. Я такой просто пришлю сюда. Сейчас я отвлекусь, и сейчас займу, как его, залеплюсь, например. Аккуратненько здесь. Чтобы мне где-то там забор. Нет, я же слава богу. Помню, какой крутой раз. Ага. Ребят, я каждый день играю в это. Я же говорю. Сейчас я просто заносит как куда. Он переехал сразу все четыре линии. Едет сейчас он на двух. Ну как ты, все-таки я еду, ребят? На этом ты спасибо. На этом спасибо. Так, на нашей линии, слава богу, никто не едет, нам никто не помешает. Поэтому мы можем бегать. Да ты едешь, грузовик, что это такое? Сейчас мы его обрежем. Так. Обрежем! Заносит! Блин, я сейчас все там все расскажу, я блин, все. Простите, делаю мой солнце. Ой. Я подписывайтесь, пожалуйста, на канал, я болею каким-то насморком, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, пишите комментарии. Комментарии это, какой хотите, пишите только, пожалуйста, пишите обязательно. Чтобы меня не заносило вот на этих дорогах никогда. Правда, Дум? Угу. Тут парник какой-то стоит. Я вижу, тут какой-то парник. Огромный, с домами внутри. Ага. Ой-ой-ой-ой, опять заносится. Ай, дороги! Ребята, тут что-то стелса. У тебя будет не 5 звезд, я тебе говорю. Ну, обязательно, ребят, у меня не будет 5 звезд. Вот это лучше поворотник. Поехали. Давай сразу, слышишь? Тебе погромче говорить, чтобы слышно было. Да-да-да-да. Тут идет абсолютно. Я так тихонько поставила, вот, чтобы на фоне играла. Да-да-да. Ой-ой, красный. Пассажиром не красный. Я задела. Я прекрасный человек, я задела. Угу. Ну что, едем дальше. Осталось минимум 35 километров в час. Ой, 35 километров. Это не так далеко. Приезжаем в какой-то город непонятный. Тут есть Ульяновск, наверное. Да это Ульяновск мощь. Кто живет в Ульяновске, пишите, узнаете ли вы улицу. Вы еще пишите, кто живет в Москве, кто там в Первомайске, кто там на Услободске, например, или еще где-нибудь, где-нибудь в России, точно. Пишите в комментарии, да. Тут будет интересно, будет это. Будет вообще интересно читать. Мы уже почти приехали, нам осталось 10 километров минимум. Минимум 10 километров. Задание так округляет число, он видит, что там написано. Проезжаем автобус. Пока-пока. Вот в чем проблема моей жизни. Мы поняли. Вы видели? Там все пассажиры. Да, конечно. Не бросайте себя, я боюсь тебя. У них не только там косы повесили. А целый телефон разбили. Да, они там сами разбили. Все, мы приехали. Да, ребята, мы приехали. Я выключаю это радио. Просто заворачиваю, наконец. Ура, я врезался в конце пути. Просто великолепно.
Я вляпался в конце великолепно просто. Так, приехал у меня автобус. Хоть как-то, какой-то живой. Ну, мы приехали. Давайте сейчас фото сделаем. Ах, я не успел. 358. Ну, прикольно, прикольно. Смотри, сколько... Извините, чуть подвисает меня. Ой, реклама. Так, не люблю эту рекламу. Ребята, извините, но какой-то сейчас глюк просто был. Извините, пожалуйста. Ну, всем пока. Всем давайте хорошего там вечера. Или утра. Или утра. Или дня, или ночи. Хорошего времени. Напишите, во сколько вы сейчас это смотрите. Всем пока, всем до скорой встречи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и колокольчик. Всем пока!